Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. В этом уроке я хочу вам показать макет шорт. Это хорошо подойдет, если у вас магазин одежды и у вас есть модель вот таких вот шорт. И чтобы быстро продемонстрировать, какого окраса могут быть шорты, достаточно быстро можно в Photoshop за счет специального макета изменить цвет, не прибегая к каким-то серьезным действиям через Photoshop. То есть макет устроен таким образом, что любой окрас, любая картинка ляжет на все изгибы шорт, ляжет естественным образом, то есть без каких-то серьезных телодвижений. У нас в архиве будет передняя сторона шорт и задняя. Данный архив вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании этого видео. Когда вы скачаете архив, здесь будет два PSD-исходника и две картинки. То есть это у нас макет. То есть, как это выглядит, когда это все не окрашено, да? Давайте посмотрим переднюю сторону. Два раза левой кнопкой мыши мы запускаем PSD-файл. Изначально это выглядит так. Давайте посмотрим слои. Здесь много всяких элементов. И начнем снизу. Задний фон мы можем с легкостью его отключить, отключив два глазика нижних. Вы видите, сзади теперь прозрачный фон. Это если нам нужно сохранить с прозрачным фоном. Или же мы можем закрасить фон или наложить какое-то изображение. Также, если хотим изменить цвет заднего фона, там, где мы включили глазик, два раза левой кнопкой мыши по этому квадратику кликаем и меняем цвет фона легко. Двигаемся дальше. Значит, здесь все просто. Вы просто отключаете глазики и смотрите, где у нас что отключается. Вот вы видите, отключилась одна штанина, да? Теперь, как заменить на свой узор? Мы просто левой кнопкой мыши кликаем вот по этому смарт-объекту, нажимаем ОК. И здесь мы можем либо задать цвет, либо наложить свое изображение. Я перетаскиваю заготовленное мной изображение. Зажатым шифтом за крайний маркерочек вот так вот растягиваю, чтобы сохранить пропорции картинки. И нажимаю Enter. Далее мы нажимаем файл, сохранить. Этот слой можем закрыть. Вы видите, у нас одна штанина теперь в виде зебры. И таким образом на данном макете можно изменить каждый элемент в отдельности. Карманы, ремешок, любые мелкие детали. Все меняется. Давайте изменим следующую штанину. Это у нас выше слой. Все меняется аналогичным образом. Сохранили. И мы видим, у нас с вами все получается. И по аналогии вы дальше уже смотрите. Некоторые слои у нас отключены. Вы просто включаете глазик, и сразу мы можем видеть, где у нас происходит изменение. Это около кармашка. У нас добавляется элемент. Он также меняется, если здесь он необходим. Также, где у нас есть цветные картинки, это какой-то цвет, за что-то отвечающий. Мы можем просто изменить цвет и увидеть, где произойдут изменения. То есть здесь справится абсолютно любой новичок. Например, верхушка карманов, вот вы видите, закрашивается такими квадратиками, меняется аналогичным образом здесь картинка. Просто не вижу дальше смысла объяснять, потому что здесь уже, в принципе, я думаю, все понятно. Очень качественный макет. Таким же образом вы открываете заднюю сторону шорт, если ее необходимо также использовать. И там все по аналогии меняется. Теперь, как сохранить в хорошем качестве? Мы выбираем файл, сохранить как, и вот здесь мы выбираем формат из списка JPEG. Нажимаем сохранить, здесь наилучшее качество, качество 12, и ОК. Если нам нужно сохранить для интернета, для сайта, изображение необходимо оптимизировать. Для этого мы выбираем файл, экспортировать, сохранить для веб. Здесь мы выбираем формат JPG, очень высокое качество, 80. И здесь, скорее всего, придется убавить размер. Размер очень большой. Здесь можем минус нажать, чтобы увидеть шорты в полном виде. И нажимаем здесь сохранить. А если же мы с вами сохраняем без заднего фона, то есть нам нужен прозрачный фон, тогда мы используем, если, конечно же, мы сохраняем для сайта, мы используем здесь PNG-24. На этом урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, поддержите меня лайком и подпиской на канал. На этом здесь все. И до нового видео, друзья.
Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.